Пирожковым, это прекрасный автор киевский. И что-то он говорит, я, говорит, своих стихов не помню. Я говорю, Славочка, хочешь, я тебе твоих стихов почитаю? Вот. В общем, посвящение брату Барду Владимиру Ткачу. Под синевой окрашенную крышу на сцены изумрудный ковролин лишь слову и слуга, и господин до музыки. Взошел он, спел и вышел. Хирургом, заменившим нож на мантру, он исцелял через возложение рук на трепетное тело палисандра, в сердца людей закравшийся недуг. И инструмент, как сказочный ребенок, как продолжение в дереве души, то лепетал, то всхлипывал с просонок, то вскрикивал от натяжения жил. В людском недолгом веке песни эра, как среди серых будней карнавал, которым он гитару, как гитеру, бережно и нежно. Славе понравилось.